Сейчас многие из вас столкнулись с такой проблемой, что на сайте mos.ru выдают только два пропуска для поездки в иных целях. А хочется съездить, например, на дачу несколько больше, чем два раза в неделю, ну, потому что не у всех есть возможность там переночевать на даче, или хочется приехать домой, помыться с горячей водой. Вот поэтому следующий вам лайфхак. Вы регистрируетесь не только на mos.ru, но еще на госуслугах. И, соответственно, первые два пропуска вы получаете на mos.ru, а следующие два на госуслугах. И указываете там адрес в Московской области. Соответственно, так как пропуска действуют в обе стороны, то у вас получается 4 пропуска в неделю. Вот что, в принципе, мне кажется, уже вполне достаточно. Лично проверял, все работает. Спасибо за внимание. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите вопросы, комментарии к этому видео.